Ребята, всем привет! Сегодня остановимся подробно по проекту Artery, на том, как именно зарабатывать. Ну, как бы много людей у нас спрашивают, как в данное время, во время кризиса и вообще коронавируса, как сделать так, как найти альтернативу своей зарплате, как многие хотят получать там вторую зарплату, начать с того, что, естественно, никто не хочет сразу уходить с работы, все хотят параллельно получать, там, начать зарабатывать в интернете и так сделать, чтобы потом этот заработок стал, естественно, больше, чем там основной. Потому что, ну, на основной работе сейчас перспективы такие печальные у большинства. Там, как бы, хотя бы сохранилась эта зарплата, которая есть. Если сейчас опять объявят вторую волну, там, всех по домам посадят, это будет печально, я думаю. Ладно, давайте не будем о печальном. Смотрите, по проекту Artery я уже рассказывал, что здесь именно, ну, несколько способов заработка. Основные – это активные и пассивные. Активные – это, по сути, вы строите свой онлайн-бизнес. С минимальными вложениями вам не надо 10 тысяч долларов минимум там на какие-то аренды, на какие-то, я не знаю, там открывать какие-то ларьки, покупать магазины, товар. Здесь всего 25 долларов нужно для того, чтобы начать строить активно свой онлайн-бизнес. Для пассивщиков, те, которые вообще просто там покупают монету и получают пассивный доход, здесь можно начинать зарабатывать с 200 рублей. Но у нас такие ребята, те, которые заходили там на минималку, ну, естественно, они распробовали, видят, каждый день приходит доход, они потом тоже покупают этот пакет за 1999 рублей и довольны, ну, потому что открывается сразу еще дополнительно там несколько заработков, тоже пассивных, кстати, тоже. Один из пассивных заработков я сейчас покажу на компьютере, это нода. Вот она работает себе на компьютере, ставите, и вы зарабатываете от того, что подписываете блоки. Ничего от вас вообще не нужно. Плюс, опять же, после того, как вы активируете активный пакет, у вас появляется возможность выполнить там квалификацию и начать зарабатывать еще и на своем телефоне. Пассивно, опять же, пассивно. Делиться своей там памятью, делиться своим интернетом и за это получать деньги. По заработкам. Я уже в своем телеграм-чате показывал, в телеграм-канале постоянно скидывая результаты. Вот у нас ну, в команде уже куплено и заработано монет именно и делегировано на сумму почти ну, больше 2 миллионов рублей. Это, кстати, не сегодняшний даже скриншот, сегодня, наверное, уже больше там. Заработки людей показывал я тоже. Еще раз смотрите, просто спрашивают, реально ли вообще там зарплату там столько же, сколько там зарабатываю я на работе. Никуда, при том, что никуда ты не ходишь, зарабатываешь на телефоне, реально ли зарабатывать больше там или да, хотя бы столько. Нет, самый главный вопрос, а сколько ты заработал в Artery, а сколько существует компания? И вот на самом деле вместо тысячи слов проще да, показать вот эти вот скрины. Это реальные скрины людей нашей команды. Людей, да, потому что в нашем мы вам там показывали, у меня в чате, в канале я постоянно выкладываю. Марафон я запустил, ребята, следите. Наша цель, опять же, заработать, выйти, чтобы все активные наши ну, члены команды, они заработали по 1 000 000 рублей в месяц, зарабатывали именно на пассиве. Понятно, для кого-то это там кошмарная цифра, да, вроде бы, с одной стороны, ну, напоминаю, мы работали до этого, наш клуб в проекте «Форсаж». За пару месяцев я заработал там больше 1 000 000 рублей. Вот тут, кстати, как бы невозможно ничего поделать. Это смарт-контракт, кто знает, тот просто может посмотреть на кошельке. И заработок тех людей, которые там в первой линии стояли, проходили обучение и развивались, вы тоже видите хорошие там. Вот они, 750 тысяч, 156. 144. Поэтому есть у нас опыт, и мы как раз сейчас обучаем, плюс есть обучение еще и от основателя данного проекта Марка Богатыренко, который известный топ-лидер, он строил команды по 50 тысяч, друзья. Если ты, дружище, представляешь, 50 тысяч, он там миллиардные у него обороты, он там миллионер, и он сейчас, представляете, создал свою компанию, опять же, блокчейн, это не какие-то фантики. Человек вложился, создал там инновационные продукты, заморочился, сделал приложение, которое прошло модерацию в App Store. В App Store вы знаете, что серьезно относятся, проверяют официально всю регистрацию компании, проверено все, у них прошла модерацию приложения. Все те сервисы, которые дают возможность нам
зарабатывать именно, и те, которые там еще не анонсированы, вы посмотрите там дорожную карту, вы там просто охренеете, свой децентрализованный мессенджер, свой интернет без сим-карты. Это, ну, это, и все это будет покупаться за эту монету, которая как бы внутренняя монета, Artery она называется, на данный момент, которая уже там, она выпущена всего, там, первая эмиссия 10 миллионов, ее уже почти 74% выкупили. Что будет дальше? И плюс, да, друзья, смотри, дружище, каждую неделю она растет сейчас гарантированно, цена монеты. Я показывал в своем канале сейчас, если найду быстро, я снял даже видео, за один день, там вот как раз это было воскресенье, 12 часов выросла стоимость цены, и на балансе у меня увеличилось сразу на 6 тысяч рублей больше стало. Поэтому, друзья, вопрос, там можно зарабатывать в интернете или нет, как бы, а получится у меня или нет, это сейчас несерьезно. У нас зарабатывают и пенсионеры, и там сварщики, и слесаря, и те, которые вообще там, и у нас там видео снимает даже там ребенок, которому, по-моему, там чуть больше там 10 лет, который тоже разобрался. Если ты там, дружище, думаешь, что ты не разберешься в блокчейне, это бред. Это все просто, потому что у нас все проходят и обучение, сдают экзамены, мы обучаемся ему, и просто, ну, реально сейчас пришло время, когда на телефоне можно уже зарабатывать серьезные деньги. Не надо тебе какие-то бизнесы, если ты хочешь строить. Ну, все знают, что на работе денег не заработаешь, потому что 99% денег уходят твоему начальнику. А здесь ты будешь те же самые усилия прилагать, и все 100% тебе. То есть пойми, даже если ты будешь 10 раз меньше работать, ты будешь получать как минимум ту же самую зарплату в интернете, потому что, хотя бы потому, что у тебя не будет начальника, это будут все твои деньги. Плюс тебя здесь еще и будут, ну, обучать и давать все материалы для того, чтобы ты зарабатывал. Потому что нам выгодно, создателю выгодно, чтобы ты... Чем больше ты будешь зарабатывать, тем больше мы будем зарабатывать. Здесь все заинтересованы. Это не какой-то бизнес, где у тебя все там одни твои противники, и которые постоянно твои конкуренты будут тебе подсирать все там в твоем построении бизнеса. И ты постоянно будешь с кем-то соревноваться. Здесь, наоборот, бизнес, там, ну, не знаю какого, 21-го, 25-го века, 3000 века, там, какого, ну, новые тренды, друзья, берешь достаточно телефон и проходишь обучение, минимальное вложение, $25, я думаю, найдет каждый, это сходить в кино, поесть какой-то там бутерброд, там, или, не знаю, там, или еще как, что-то выпить, какой-то чай, кофе, там, что ты любишь, опять же, там, кто курит, тот знает, что он прокуривает больше, чем, наверное, в разы, поэтому, друзья, опять же, Кому зашла данная идея, кто хочет нормально зарабатывать, под видео будет ссылка на проект, ссылка на чат наш рабочий, ссылка на мою личку, пишите, будем разбираться, будем помогать вам зарабатывать деньги, строить ваш бизнес в интернете. Не бойтесь слова «бизнес», потому что, ну, реально, бизнес – это не работа. Работа от слова «раб». Бизнес – это вы создаете свою структуру, и здесь у нас упор именно на то, что вы поработаете там, ну, несколько недель, месяцев. Может кто-то там, я не знаю, может кто-то такой гениальный, ну, у нас попадется, я надеюсь, попадется, конечно, который за несколько дней, может там за неделю построить себе бизнес и будет потом пассивно там получать там всю жизнь, как бы деньги еще своим детям, а, не знаю, как это, по наследству отдаст. То, что, опять же, блокчейн, у админа доступов нету к кошелькам, все деньги на ваших кошельках, вы все как бы, ну, опять же, про блокчейн можно рассказывать там много, лучше отдельное видео снимем и будем, ну, подробно расскажем. Пока, друзья, пользуйтесь возможностью, опять же, в своем канале я, где тут главный секрет миллионеров, то, что они во всем видят возможности, их всего 7, почему 7% людей, вот представь, дружище, в мире, они владеют 90% денег. Просто потому, что они во всем видят возможности. Сегодня вот мы предоставили тебе возможность, если у тебя реально мышление миллионера, если ты заточен на то, чтобы там в будущем стать миллионером или там буквально там, может, там, через несколько недель. Все возможно. Возьми, воспользуйся данной возможностью. А не просто пойди там, посмотри, там, что там у нас там, какой-нибудь сериал или на ютубчике какую-нибудь хрень, которая там тебя просто деградировать с этим будешь и денег тебе не принесет. Или пойдешь в какую-нибудь онлайн-игру пошпилишь, там, опять же, деньги просрешь. Вот кто в танки играет, я раньше играл так активно, там, все знают, что эти $25, там, даже танк не стоит, там, там до $50 танки доходят, и люди находят без проблем, просто просрать там. Еще и какие-нибудь там
эти премиум-аккаунты покупать каждый месяц, тоже деньги выкидываются. Поэтому, дружище, смотри, видишь возможности, пользуйся прямо сегодня. Есть обучение, всему научим. У нас нет таких людей, которые как бы не смогли, не поняли, которые активно решили, приняли решение заниматься бизнесом и строить. У нас ни одного такого не было, который бы что-то не понял. Все доходчиво, все просто. И девиз данного проекта – простота и доступность. Это народный проект с минимальными входами и с неограниченным доходом. Тут не надо там миллионы долларов вкладывать. Тут можно начать каждый с копеек и стать реально миллионером. Аня, что-то хочешь из своего опыта? Да нет, ты чеки показывал, на самом деле, там уловила, у тебя на канале было написано, да, там, что-то за один день буквально там на 16 тысяч, да, рублей людей просто. Да. Просто, да, 16 тысяч просто. Вот, 16 чисто тысяч. На росте, чисто, вообще ничего не делая. Каждое воскресенье у нас, получается, курс растет, и каждое воскресенье можно делать такие иксы. Вот пока, да, пока есть такая возможность, я считаю, пока не раскупили, да, вот эту всю эмиссию осталось. Хотели ее за 6 недель продать, но уже там за 3 недели продали практически 74%. Я думаю, до конца недели, максимум еще там на следующей может выкупиться все. И монета вырастет. Так сейчас люди, вон как, они же жалеют. Сколько у нас в чате людей, которые жалеют сейчас, что не зашли там по 13 центов, да, мы заходили, монета стоила. Изначально сейчас было. Сейчас стоит 19, да-да-да. Люди просто зарабатывают, просто сидя. Даже те, которые там еще там, не умеют там команды строить, которые не включились еще активно, которые только обучаются и все равно выкладывают свои скрины заработка, все довольны и все хотят как бы дальше в этом проекте развиваться. Ладно, друзья, давайте, чтобы было интересно, объявим еще конкурс. Смотри, дружище, разыграем 100 монет Артери. Сейчас это где-то будет там где-то, наверное, 15, 1500 там рублей или 1400. Ага. Постоянно курс растет. И что нужно для этого сделать, для того, чтобы участвовать в розыгрыше? Тебе нужно поставить лайк под видео, написать любой комментарий по теме данного видео. Ты должен быть зарегистрирован, естественно, по той ссылке, которая под видео стоит. И как только наберется, там, даже не 100 будем, пусть 50 лайков и комментариев, мы разыграем эти 100 монет среди тех, кто выполнил условия. Так, в принципе, все, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч. Переходите, ссылки под видео там все. Обращайтесь. Всем пока. Пока.